В Новый год без крыши над головой. Потолок, как снег на голову, в прямом смысле слова, свалился на жителей улицы Косогорной. В старом деревянном доме обветшали перекрытия, и в один не очень прекрасный день слой потолка рухнул. Вот. Все везде. Даже вот. Все. Че, это канализация, здесь унитаз стоял. Видим дыру. Сквозную. На первый этаж. Вот, смотрите. Не льет. Нижние постоянно жалуются на верхний, что протекает. А потом результат настолько натекло, что вот видите, что все свалилось, все рухнуло. Ладно, еще не провалились туда вниз. Как подарки бы свалились, и встретились бы, и Новый год вместе бы стали тогда встречать, вот. Приземлились или бы на голову, или бы убились бы, наверное, здесь. Коснулся, и вот теперь не знаем, что делать под Новый год. Остаемся, видите, как... Без воды, без канализации. Без воды, без канализации. Новый год есть Новый год. Новая жизнь начинается. Должна быть радость и веселье у людей. Несмотря ни на какие беды. Самое главное, что у нас жертв нету. Нет, вот это самое главное. Ну, я думаю, Дед Мороз не успеет до Нового года помочь с этой квартирой. Конечно. В лице нашей администрации? Да. Вряд ли. Пока все это рассматриваете. Они не волшебники, они только учатся. Кстати, если после новогодних праздников жителям так и не помогут, то добиваться этой помощи они будут уже через суд.